Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте, мои самые прекрасные на свете зрители! Да, я мчусь через всю Москву, опять на блошиный рынок «Кристалл». Ой, ретро на «Кристалле». Почему я не поехала на Тишинку, расскажу потом. Там меня ждет моя подруга. У нас назначена встреча. И я мчусь навстречу. Посмотрите, а вот это вот высотное здание на Котельнической. Посмотрите, какая красота. Сегодня день такой замечательный. 600 рублей. Чтобы вы не говорили, что у нас очень дорого. Вот стоит чайник сирень, 600 рублей. Это все по 600 рублей. И вот я вам показывала вот эту троечку немецкую, нежную, маленькую. Бавария. Так, ну, товар появился, но не так уж много, да, его? Что-то Валерий показывал, было очень много. Вот. А мы здесь встретились с Галочкой. Очень приятно. Вот. И Галочке подарил подарок. То, что вы все получили тогда, а с Галой мы никак не могли встретиться. То она болела, потом я болела. Ну, встретились. Кстати, хотела я ехать на Тишинку, но Галочка мне посоветовала сюда. Говорит, у Валеры столько вообще покупок, давайте лучше сюда. А мне уж обязательно надо было передать ей подарок. Так что вот прекрасный чайник вы нашли. А чей это чайник? ЛФЗ. ЛФЗ? И он такой нормальный, все у него, слушайте, но он старый. Мне кажется, крышка не его. Потому а что может здесь быть ничего его. Ничего нет золотого. Да. А вот смотрите, сколько у них Дед Морозов появилось. А мне нравится вот такая вот крынка. Ну, я посмотрю. Я взяла какую-то. Посмотрю. Да, ну вы красивую вещичку нашли. А я, посмотрите, какой красивый кувшинчик тоже нашла. Ой, какой красивый, с ручной росписью. Какую красивую мы нашли картину. С какими замечательными цветами. Ну просто замечательными цветами мы нашли картину. Красота. С Галей. Вот будем думать. А у вас приборы есть вот такие? Ну да. Вот эти, матрешки. Кстати, мне больше нравятся приборы. Матрешки. Они тоже с дырочками, да, это все для специй. Да. Угу. Это горчица, наверное. Ну, 800 рублей. Да, нет, у меня нету салонок, но не знаю, надо думать. Вот этот мне очень понравился тем, что он золотом. Но потом я посмотрела и что-то вот разочаровалась вот это? В нем. Да. Ой, у вас такой прекрасный этот вы купили перед. Да, Рыгином. Я вот прям прекрасно купила. Какая чашечка. Даже удивилась. Кто? А вот этот все смотрят, смотрят. Это вот 800 рублей весь сервиз. И, кстати, в этом сервизе, смотрите, и вазочки, и сахарница, и молочник. Фрайберг. И чашечки, и чашечки. Это толстый. Нет, вот этого тоже красиво. Да. Ладно, пускай стоит. А вот этот бочонок. Ну вот мне, кстати, подарили, только побольше. А-а-а. Для яиц на дачу. А-а-а. Так, а какой-то я хотела, чтобы сравнить. Ой, такой смешной чайник. Рублей, кстати. Ну, не знаю. Вообще-то
Вообще-то мне вроде нужен такой. Честно, просто не знаю даже. 600 рублей. Ой. Вот приходишь и думаешь. Брать не брать, брать не брать. Вот посмотрите, какая красивая шкатулочка. Расписана вручную, кстати. Я крышку сниму, посмотрите. Очень красиво. А кто? Не написано. Ну, красота. А вот эти вам не нравятся? Это ручная роспись. Это вот сирень ихняя знаменитая. И тоже ЛФЗ. Да? Где? Ну это новое. А сколько стоит это? 550. Ну она и в магазине так стоит, кстати. Не видела. Дороже? А вот это вот, сколько пара стоит ЛФЗ? 1950. А, ну вот я смотрю, что-то такое прям вот красивое. Это шиповничек. Да, конечно, шиповничек. Смотрите. Ой, прелесть, прелесть какая. Галь, пойдемте, я вам покажу кое-что там. А есть вот хорошая ЛФЗ-шная, вон она лежит, лошадка. Такая же, только вон, без скола, вот она. Угу. Сейчас пойдемте, я вам покажу, мы придем сюда. Просто хочу показать, я там нашла кое-что. А вот чашку, которую я купила, кстати, сколько она здесь стоит? Ой, какую? А кого-то нет, можно позвать, не чтобы какую? Снять? Какую? А можно какую кого-то чашку? Позвать? Вот, смотрите. Это моя чашка была. ЛФЗ-шные, они разные. С разным этим они по-разному стоят. Из кобальта. Ага. Помните вот этот сервиз? Я вот эту высмотрел. Валерий вынимал, что пришло много. А, ну вот да. Он же вот этот, да, вынимал? Можете упаковывать. Да. Так, 600. Да, вот это тоже берете? Да, это точно беру. Хорош. Ну, она ручная работа, с золотом. Такая. Рублей всего. Да, вот это вот красивая вот эта ладья. Да. А вот здесь я снимала, уже смотрите, мало тарелок осталось. Да. Слушайте. Да, тарелочки покупаются. Я тоже женщина подошла. Давайте я ей вот эту куплю. Тоже мне очень понравилось. Ага, у вас. Как он называется? Забыла эту. Папоротник. Так, пойду я чашку. Ну, здесь много такого интересного. Посмотрите, а вот этот вот молочник 750. Прелесть. Ой. А это вот, это не немецкий случайно молочник? Да, немецкий. Халва. Кала? Не нужен вам молочник кала? Недорого. Да, интересные такие вещички здесь можно найти. Ребеночек в цветочке спит. Какая прелесть. Это под Армани Китай делает. Литрон, да? А вот за 500 рублей. Вам не нравятся эти ромашки? Скажите мне, пожалуйста. А то мне все из головы вылетает. Очень красиво. По 400 рублей, да, пепельница? Вот посмотрите. 1000 рублей. 800 рублей. 1000. 6000 сервиз. Это у нас. Кто? Дулёва, кстати. Дулёва. Эти 4500. 13 тысяч. Да, красиво. А вот это вот. И все время меняются.
покупают быстро и меняются. Посмотрите, какая замечательная рюмка смешная. О, вообще прелесть. Да, все меняется. Смотрите, нашла на блошином рынке такие же тарелочки, которые вам показывала. У меня их много. Но это совсем крошечные. Это точно пирожковые. У меня десерт. Вот, а это мои тарелочки. Это ЛВЗ, коралл называется. Или ветки коралла, точно не помню. Но видите, они уже, да, более большие. Вот, не купила те. Пришла домой и думаю, может быть, и зря. Видите, золотые такие веточки красивые. Оранжевые и желтые. Весенние. Весенне-осенние. А я с вами прощаюсь. Ждите продолжения. Желаю вам самого замечательного дня, а дорогой Катеньке Лысенко и всем-всем, кто сейчас болеет ковидом, от всего сердца желаю здоровья, здоровья, здоровья и удачи. И пусть ангел всегда будет с вами. Обнимаю, целую. Выздоравливайте, мои дорогие.